Привет, это Саркис. Я сейчас снимаю еще одно видео для канала Атом Дуба, но это видео будет о том, как я его снимаю. Дело в том, что я живу в общежитии, у нас иногда бывают проверки, которые смотрят, насколько в комнате прибрано и аккуратно. Мне интересно, что бы вы подумали, если бы оказались на месте проверки у меня в комнате. Сразу обратим внимание, что на столе стоит стол. На верхнем столе тисками закреплена стальная палка. Рядом на полу компьютер, рядом тут штатив, вот он, не вызывающий совершенно никаких подозрений бытовой прибор. На нем зачем-то разбросана куча бумажек, мелко нарезанных. Под ним тоже они разбросаны, мелкие валяются. Рядом половник, соединенный проводом с бытовым прибором. Окно плотно затянуто фольгой. На входной двери тоже фольга. Рядом с бытовым прибором висит шарик, обмотанный алюминиевой фольгой. Висит этот шарик на ножовке. На двери на скотче прилеплены две тетрадки. Ну, в шкафу ничего необычного. Банки всякие, какая-то хрень из бумаги, спички. Набор для контрастирования на слове хлорида неодима. Вообще непонятно, что это. С фольги что-то. Ну, а тут вообще жесть какая-то. Просто куча какой-то ерунды. Пиши в комментах, что ты об этом думаешь.